кто еще не полюбил творчество Клода Моне, прошу любить и жаловаться. Скалы, пирамиды, порт Катон. Скалы, пирамиды, порт Катон. Это просто умопомрачение. Если вы можете через экран все это оценить, а желательно приезжать и смотреть. Это что-то невероятное. Друзья, кто говорит, что натюрморт это скучно, представляю вашему вниманию Густаво Калиботте, и что-нибудь мы с вами такое сотворим. Приготовьте холстик где-то размером приблизительно 50 на 60 сантиметров. Ну и краткий по списку.